Маяк на улице Сыктывкара. Сотрудники столичной автоинспекции и работники станции скорой медицинской помощи провели очередной совместный рейд. В воспитательных целях несколько автомобилей с Красным Крестом на бортах сопровождали к месту вызова сразу три патрульных экипажа. Так, полицейские еще раз напомнили участникам дорожного движения, что спецсигналы на дорогах включают не для красоты. Выявить правонарушение, когда водители не пропускают автомашины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, бывает не очень легко, поэтому ГИБДД города Сыктывкара периодически проводятся мероприятия под кодовым названием «Маяк». Экипажи дорожно-патрульной службы сопровождают автомашину скорой помощи, которая двигается на реальный вызов, двигаются за ней и следят за тем, чтобы данную автомашину пропускали. За свое равнодушие во время рейда поплатился всего лишь один автолюбитель. На перекрестке улиц Орджоникидзе и Первомайской водитель «Газели» проигнорировал карету скорой помощи с включенной сиреной с проблесковым маячком. 755, дорожный трень. «Газель» видел? Водителю неотложки чудом удалось уйти от столкновения с машиной лихача. Теперь шофер грузовика знает, наказание за это нарушение – штраф до 5000 рублей или даже лишение прав на срок до 1 года. По словам автоинспекторов, с такими автохулиганами полицейские намерены беспощадно бороться. Чтобы свести к минимуму повторение подобных внештатных ситуаций, поездки с различными экстренными службами сотрудники ДПС планируют проводить регулярно.